Приветствую вас, меня зовут Лилия Донскова. В этом видео я вам покажу, где смотреть отзывы на тот или иной продукт. Вам нужно знать код продукта. Так, я беру каталог. И мы выбираем какой-то продукт. Ну, давайте возьмем, например, крем. Надо что-то более популярное, да, выбрать. Давайте жидкое мыло Essence Eco. 318.50. Смотрите, у нас тут есть лупа. Я нажимаю на лупу. Сюда ввожу код 318.50. Нажимаю Enter. Вот, открывается. Уже можно было открыть, да, я торопышка. Нажимаю на сам продукт. Открывается крупным планом сам продукт. И внизу мы видим описание, как пользоваться, ингредиенты. Да, вот вы на любую кнопочку нажимаете, разворачиваете. Можете все прочитать. Листаете вниз. Листаете вниз, и здесь отзывы. Вот, вы начинаете читать отзывы. Мыло и вправду классное, отмывает грязь, приятный аромат лимончика. Далее, с приятным лимонным ароматом, удобный дозатор, расход небольшой. То есть вы читаете разные отзывы, потому что они бывают хорошие, бывают плохие. Чтобы у вас сложилось полное впечатление об этом продукте. То есть вот, видите, отзывов достаточно много, люди пишут. Я иногда пишу отзывы, в основном забываю, но все равно стараюсь писать хотя бы иногда. Так что вы теперь знаете, где найти отзывы, в чем вам это может быть полезное. Например, вы новичок, вы продукцию еще пока не знаете. Хорошо, если вы раньше пользовались и у вас уже сложилось позитивное впечатление, а если нет, тогда в помощь вам как раз отзывы других людей, которые уже пользуются и уже знают на 100%, хороший этот продукт или нет. Вы можете копировать эти отзывы и отправлять своим потенциальным клиентам или людям, которые заинтересовались продуктом. Ну и, конечно, для себя, чтобы разбираться, что хорошо, что лучше брать, а что лучше не брать. Вот такая полезная информация для вас. Желаю вам успехов и всего самого доброго. До встречи!